Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня хочу с вами поговорить про 20 сентября, луков день. Все мы прекрасно знаем полезные свойства лука, то есть как и для человека, для нашего организма, и так на то, что лук может нам помочь в различных наших ситуациях. На Руси данный день называли луком, потому что начиналась уборка лука. И почитали память преподобного святого Луки. Есть очень много магических примет о луке, которые идут на желание, защиту, достаток. Раньше верили и считали, что если очищенный лук оставить у изголовья страдающего недугом, то лук обязательно вытянет всю болезнь. Также лук обладает свойствами очищать пространство от плохого. И чтобы почистить свой дом, клали две половинки очищенного лука друг напротив друга в углы входной двери. Так что 20 сентября обязательно положите две половинки лука в разные углы у входной двери на день, а вечером лук можно выбросить. В старину шелуху от лука не выбрасывали, а сжигали. Считалось, что если выбросить шелуху именно в этот день, то это приведет к нищете. А сжигая луковую шелуху, загадывали желание обязательно, именно 20 сентября. Лук, который стоит на подоконнике и растет у хозяек зимой в ящиках, либо еще в вазочках, стаканчиках, это станет хорошей защитой от сглаза, порчи, дурных намерений людей и прочего. И он идет как щит, оберегающий вход в ваш дом. А вы знали, что в Греции перед боем воинам давали съесть лук? Верили, что так они наполняются силой и отвагой. А 20 сентября вы можете взять луковую шелуху, немножко ею пошуршать в своих руках и сказать такие слова. «Как луковая шелуха шуршит в моих руках, так пусть и у меня в карманах деньги шуршат. Да будет так». Сказали три раза. Эту шелуху вы оставляете на кухне на подоконнике, и пусть день эта шелуха у вас пролежит. А на следующий день можно просто отнести под любое дерево и оставить на земле. Таким образом, луковая шелуха привлечет к вам деньги.